Здравствуйте, с вами Ольга. Дождалась я вечером, чтобы вместе с вами раскрыть посылку, которую я неожиданно заказала в Гаршинке. Вот она, вот такая маленькая. Я недавно заходила на их сайт, думаю, посмотрю что-нибудь себе на весну. И увидела луковичное растение, увидела, что там большие скидки. И решила рискнуть. Решила рискнуть заказать луковичные, значит, цветочки. Потому что я их собиралась заказывать, но у меня что-то не срослось, что-то у меня не получилось. В итоге я их не заказала. Естественно, когда я их увидела, да, они еще со скидками, думаю, закажу. Правда, потом я подумала, что, наверное, я это сделала зря, потому что уже, наверное, какие-то остатки распродают. Поэтому, скорее всего, луковицы могут быть не очень хорошие. Ну и думаю, заодно сделаю видео, что, может быть, кто-нибудь также боится заказывать со скидками, а может быть, на самом деле луковицы, в общем-то, неплохие. Вот, поэтому вместе с вами я сейчас и раскрою эту посылку. Вот она такая маленькая. Не очень много заказала. А вот. А ехала она меньше недели. Очень быстро они приехали. Они сразу же, буквально в этот же день, как я заказала, в этот же утром я заказала, днем они ее уже мне отправили. Поэтому достаточно быстро она пришла, где-то 4 дня. Ну, а сейчас, хоть у меня и снег сейчас выпал, и он остался, я думала, он растает. Нет, он не растаял. У меня снег лежит, все заморожено, у нас минус на улице. Но днем еще тепло, земля еще не замерзла, поэтому я думаю, что я, наверное, смогу посадить свои луковички. Вот, ну а сейчас я раскрою. Кстати, вот такая коробочка хорошая с дырочками. Вот так все упаковано. Ну, как всегда, у них инструкция. А, ну вот то, что я купила. Вот, смотрите, вот они в таких сеточках. Ну, есть какие-то вот небольшие повреждения луковички, но я думаю, что это ничего страшного. Так, ну это тоже тюльпанчики. Слушайте, ну достаточно, все не так плохо. Я боялась, что все будет хуже. Нет, в общем-то, неплохие луковички, да, достаточно крупные, такие хорошие. Это тюльпаны. Еще тут тюльпаны по 3, 4, по 3. Вот здесь 5. А здесь вот 3 штучки. Здесь тоже 5. Тоже тюльпанчики. Ну, смотрите, в общем-то, неплохие. Сейчас не буду раскрывать, иначе я сорта потеряю. Перепутаю сорта. Ну, вот, луковички очень даже неплохие, кстати. Все-таки не так все плохо. А смотрите, какие нарциссы большие. О, нарциссы на самом деле очень большие. Нарциссы прям хорошие. Очень хорошие луковички. Прям замечательные. Так, ну тоже тюльпаны. Нарциссы даже, кстати, больше, чем тюльпаны. Ну вот такие, смотрите, вот я раскрыла одну. Вполне себе даже ничего так. Неплохие луковицы. Вот такие тюльпанчики, нарциссики. Вот такие. Еще вот такие нарциссы купила. И все хорошие луковички. Вот они, хорошие. Луковички хорошие. Вот такие нарциссики. Вот еще одни. Вот такие нарциссы. Раскрою его. Один пакетик. Вот, смотрите, какие хорошие. Хорошие. Все хорошие. Вот из одной упаковки. Вот из одной упаковки хорошие луковички. Вот. Так что луковички хорошие. Вот такой коротенький обзорчик, так как я заказала всего немножечко совсем. Но на самом деле я довольна. Луковички все хорошие, без всяких каких-то особых повреждений. Где-то царапина может есть. То есть, ну, все в очень хорошем виде пришло. Так что на самом деле не страшно, значит, покупать у них по скидкам. И в такое время луковицы, значит, все нормально. Не остатки, наверное, это все-таки. Вот, и в ближайшее время посажу на этой неделе или выходные посажу себе луковички еще. Очень мне хочется нарциссиков, тюльпанчиков. Так что не бойтесь, заказывайте, вроде все нормально. Ну все, с вами была Ольга, до свидания.